Когда это все автоматизировано, это высокая точность, то есть исключается человеческий фактор, как мы его называем. Провести анализ крови по десяткам показателей в Балаковской районной поликлинике теперь могут гораздо быстрее. А все потому, что на помощь уже имеющемуся оборудованию для исследований пришел новейший автоматический биохимический анализатор. Данный вид оборудования, он не вошел программу модернизации, и, так сказать, стояла перед нами задача вот поиска инвестора, кто бы нам помог в этом деле. В очередной раз в балаковской медицине на помощь пришли химики. Компания «Фосагро» приобрела такой необходимый анализатор крови. Специалисты поликлинической лаборатории уже оценили оборудование и отметили его высокую производительность. На каждый параметр свой реактив. Вот они загружаются в контейнер, и робот в автоматическом режиме берет часть этого реактива и переносит в пробирку. Отсюда берет реактив. Это все смешивается, происходит реакция, и в автоматическом режиме выдается результат. 800 тестов в час, и это не только исследования по привычным показателям – белок, сахар, холестерин, но и десятки других. Для сравнения, коллега нового анализатора, аппарат предыдущего поколения, проводит лишь 270 проб в час. Он берет минимальное, например, 3 микролитра крови, то есть мы можем из малого объема крови сделать большой объем исследований. Также идет экономия самого реагента. Ключевое преимущество, опять же, данного аппарата, что практически вот в 4 раза, в 5 раз снижается себестоимость анализа. Новый анализатор – это очередной этап сотрудничества «Фосагро» с балаковскими медиками. Компания помогала людям в белых халатах и до пандемии. Достаточно вспомнить десяток квартир, которые город купил для докторов на средства, выделенные химиками. А в самом начале эпидемии компания профинансировала закупку оборудования для ПЦР-лаборатории. Это помогло в самый разгар пандемии оперативно проводить тестирование на ковид. Компания «Фосагро» очень своевременно откликнулась и профинансировала, так сказать, приобретение всего комплекса оборудования, которое позволило нам самым первым в Саратовской области из поликлинических учреждений открыть ПЦР-лабораторию. Это было очень своевременно. Сотрудники компании тоже внесли свой вклад в общее дело. В период пандемии практически каждый из большой семьи «Фосагро» принял участие в акции «Мы вместе». На собранные средства удалось поддержать финансово тех, кто находился на передовой по борьбе с COVID-19. Уже работает новая областная инфекционная больница. Вклад «Фосагро» в ее строительство – 100 миллионов рублей. С такими помощниками, как говорят врачи, прогноз благоприятный.